Если вчера я ехала оверграундом на Стратфорд, то сегодня я еду в другую сторону. Мне надо взять трейн. В общем, поехать на поезде. Вот таком, как там идет. Оверграунд называется. Он стоит фунт 50 всего. До Клапхам Джанкшн. Но надо не доехать несколько остановок. Я выйду на Кенсингтон Олимпия, там, где я жила. Сегодня я еду в Чизик Парк. И на обратном пути заеду к своим любимым собачкам. Ну вот, я уже на Кенсингтон Олимпии. Иду, планы немножко сменились, так как хаускипер сегодня уходит раньше. Я сначала решила пойти к собакам, погуляю, наверное, с ними, возьму кое-какие вещи, там у меня оставались, и потом пойду уже в Чизик Парк. Почтальон, как всегда, разносит почту, а я иду на свою улицу. Вот в одном из таких вот домов я жила. Это считается богатые дома, у каждого свой отдельный вход. И там вот внизу вот первый как бы этаж, потом второй, третий, четвертый, и там наверху еще пятый как бы чердачный такой этаж. Мансарда называется. Вот на чердачном этаже, на мансарде я жила. Но там я сейчас покажу вам, я как раз там вещи оставила. Там очень удобно, уютно. Хорошо, то есть не так, чтобы уж прямо ущемленные у меня условия жизни были. Мне очень нравится моя комната, я всегда там кайфую. Вот и камелии уже цветут на улицах. Запыхался. Ну, запыхался я, потому что всегда очень быстро хожу, поэтому на ходу я никогда ничего не рассказывала, поэтому, ребята, не обессудьте. Что могу, то и делаю. Учусь вместе с вами. Оставляйте свои комментарии, если вас что-то интересует. Пишите, что вы бы хотели увидеть. И я попробую поснимать то, что вас интересует. Ну вот, я уже почти подошла к дому. Сейчас будет радостная встреча с моими собаками. Попробую заснять, но не знаю, как получится. Жду пинатку. Пинат! Кав-кав! Where is пинат? Коко! I see Коко! Who is there? Who is there? Hi, I'm downstairs. Here, please. Huh? Over there? Yes. Okay, I'm coming there. Мои девочки маленькие, кикиморочка моя сладенькая, никто тебя не подстрижет, мою девочку. Ну что, нету Пеппа, да? Моя девочка, моя красавица, ко мне, в сад, иди, моя девочка, иди, я тебя подниму, давай, вот так, не можешь? Да. Вот так. Вот моя попочка. Моя девочка. Ты куда пошла? На солнышко греться? Ну пошли посмотрим.
Что там? Пошли. Let's go. Let's go out. Let's go out. Come here. Come here. Пинатик. Пинатик. Чоколадчик. Мои зайчики. Идем. Кока. Идем. Тут вот я помидорки сажала. Come here. Where is my Coco? Where is my little girl Coco? Ой, ты моя куколка. Ай, ты моя девочка. Красавица. Умница. И пинатка. И пинатка, красавица, умница. И пинатка. Да? Сейчас гулять пойдем? А? Кошечка. Кошек? Где мой кошек? Кошечка? Гулять пойдем? Коко. Коко. Иди сюда, иди, я ж тебя люблю. Ну, бросила я тебя, ну что теперь, ну не обижайся. Я ж тебя люблю, ты у нас еще маленькая такая старушечка с болячечкой на голове. Вся такая потрепанная. Кукушек, ты моя куколка. Мы тебе сейчас вот прямо все вот это отрежем, да? Ну что, пойдем со мной наверх? А? Пошлите. Let's go. Let's go up. Кошек, come on. Иди ко мне, иди. По-русски все понимает моя девочка. Тебя на ручки взять? Ну иди на ручки. Иди, будешь со мной рядышком. Со мной рядышком. Вот так. Вот так, па. На, ой, да, кряхтим, скулим. На ючках, на ючках. На ючках, на ючках. Моя куколка, моя девочка маленькая. Так, на второй, второй, а потом на третий этаж идем. Ой, все у нас тут работает, пинатка прыгает. Ой, как все. Много, тяжело. Коша, ты тяжелая. Так, еще пару этажей. Ой, пинатка. And also, the last one. Последний этаж. И мы на месте. И мы на месте. Садись. Ой, так. Все, пришли. Это такая у меня ванна, душ были. Вот отсюда вот все видно, весь город. И моя комнатка. И моя комнатка. Ой, уборка тут идет. Да? Что, пинатка? Что расскажешь? Кокоша сидит, смотрит. Ты на кроватку хочешь, Коша? Иди. Иди давай на кроваточку. Вот так. Ой, как хорошо. Как хорошо, легай. Вот так. Лежи, лежи, лежи. Вот так, моя девочка. Лежи. Ой, ты моя. Давай мы себя снимем эту пока штучку. Тут жарко. Вот. Ой, ты львица моя вся обросшая. Пинатка. Ладно, мы идем смотреть мои вещи тут. Так. Тут дополнительное одеяло. Вот вся моя сумища. Сумка. Ой. Ой, еще что-то тут прибавилось. А, это ваши эти... тарелочки, сейчас я вам воды налью. Пить. Drink. Come here. Peanut, Coco. Come here, drink. Come. Нет, не хочешь? На кроватке, потому что хорошо, да? На кроватке хорошо. Вот мои дипломы тут, самое главное, прислали мне.
дипломы. Еще какие-то, помимо моего основного. Левел 7. Ух, что тут написано? Диплома of Strategic Management and Leadership. Management Project. Ну, хорошо вам тут? А? Финетка такая красавица, моя девочка. И кошечка, мой черный ангелочек. Моя черная кикимора.